Что-то Володя, видно, приехал. Заходи, кто там? Сегодня они даже были хлеб там печь. Ну, слава богу, ага. Дождался свежего хлебушка. Да. А ну-ка давай, распаковывай. Сейчас покажу. Хлебопекарь. Вон он, полез. В этот раз тесто завели погустее, хлеб лучше получился. Ну давай. Вот такие булки его. О, сладко. Так, ну тут у нас такая не очень сильная эта типографская краска. Да, она нормально. Так еще поднялась в печке самой. Ну-ка я попробую. Проваливается рука. Это еще второй заход, еще теплая даже еще. Ну да. Запах-то идет. Сделал по совету, как Галина Влеська замечание сделала. Вот по этому совету сделал, вот так получилось. А что сделала замечание? Какое? Ну то, что надо в тесто мешать, муки добавлять. До тех пор, пока это тесто не станет отлипать от рук. Ну надо слушать, когда говорят, что. Да, и... А я эту икру-то ее не разжуешь. Я что сделал? Горячим заливать, а потом помешает, и можно просто суп хоть куда добавлять. Она горьковатая маленько, ну, желчь там попадает. Икры-то здесь у нас немало. Смотри, в банке-то вот она. Это ногой, это рукой я сшиб. Смотри, что натворил. Просыпал. Ну, это рядышком, то сейчас соберем. Нет, как железная. Пошел кошек кормить? Ну да, сразу накормлю. Ну, тебе еще с собой брать что-то надо? Ну, я возьму кастрюлю сейчас. Ты его, Игорь, это спрашивал, наша рыба есть у него? У него нету, я не давал ему. А, только у Сергея? Да. Ну ладно тогда. Ну, здорово. И лепешечка красивая. Ну, сейчас и поужинаем. Можно сегодня сделать эту тушеночку. Угу. На сковороде. Сделаем. Видишь, вот Володя пришел к 6 часам. Ну, домой. Ключи дайте, пожалуйста. А? Ключи дайте, пожалуйста. Ключи. Ключи сейчас мы найдем. Вот привязываю их сразу к себе. Такой порядок у нас. За петельку или за что. Чтобы не потерять. А я поглядываю все, гляжу, тебя нету. А я тут занимаюсь своими делами. Ну ладно. А что ты это... Пенопласт сегодня хочешь делать? Да, сегодня. Ну ладно, давай. Я хотел утром, но Игорь попросил пораньше. Ну ясно, что позвал раз. Да. Все тогда. Паля тут вышла. Вон она пошла. Вот она когда здесь лапами скребет, а я в это время глажу. Паля молодец. Вот она как. И скоблили все. Ой, ой. Да молодец такая, Паля у меня. Вот она любит, когда гладишь ее тут. И она знает не диван рвать, которого дивана нету, а именно вот здесь вот. Вот она как. Ох. Ну все, 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 уходи. Я покажу. Ой-ой-ой, да. Да какая она, да. Рада стараться, побегает, и надо коготки потереть. Вот она как, ну-ка давай. Ой, она какая хорошая, Паля какая хорошая, да. Ой, думая лапа. Ну ладно, ладно, все, все. Вот старая, которая была, вон ту, как они истощили всю. Вторую пришлось ставить, палочку. Ну. Опа, кто сбегает? Ой, рыжий. Володя пошел туда. Сейчас я наружку порою посмотрю, как. Ага. Вон он где.
Угулярка, вход туда, он там зашел. Я отсюда сразу глянул, ворота заперты, да, вот. Ну, все надо. Это наши двери. Рядом Надежда Васильевна. Видишь, как хорошо все придумали братья. Сделали игрушку какую-то.